А зараз Кирило Большаков про чергову перемогу та її неприємні нюанси. В тому, що вони посчитали, що діло зроблено, а далі хоч трава не росте. Зачем же напрягаться, защищаться, если и так все получается достаточно легко. Но с такой игрой, как показывала команда 25 минут, в защите я имею в виду, да и в общем-то и на щите, это не мы, это не наша команда. И такой команде, как эти 25 минут была на площадке, конечно, место там за пределами восьмерки.